Почти приехали. Ульман должен ждать нас на черной станции. Осторожно! Пригнись! Дьявол! Понастроили всякой хрени! Гляди в оба, иначе башку снесет! Да уж, жутковатое местечко. В этих туннелях всегда будь начеку. Забудешься на миг, все, ты труп. Был тот случай. От парня только сапоги остались. Подъедем к станции. Вообще-то она должна быть заброшена, но черт знает. Свет! Там кто-то есть. А, сними его, Артём! Резина! Начинается. Надо скорее отсюда. Thank you.
После смерти Павла я опять остался один. И я должен был как-то добраться до черной станции. Меня там ждал Ульман. На станцию запечатан, пока там не закончится эвакуация. Готовься к бою. Можешь забрать себе патроны, которые лежат в схроне. Теперь ты один из нас. Наш отряд зовется «Дети подземелья». Субтитры сделал DimaTorzok.
Слишком много мутантов прорвалось через нашу оборону. Нужно предупредить Полис. Но я больше не боец, как видишь. Слушай, парень, ты должен найти нашу радиостанцию, установить связь с Полисом и поставить запись с сообщением об опасности. Вот она. Я готовился к этому. Удачи, братишка. Он умер, да? Умер! Как я теперь пойду домой? Ты отведешь меня? Я тебя не знаю. Но если я останусь тут, меня съедят. У тебя есть автомат? Ну ладно, тогда я с тобой пойду. Так и быть. А ты будешь из него стрелять по монстрам? Ну ладно, меня зовут Саша, а давай ты будешь стрелять, а я буду смотреть, чтоб сзади не напал. Ну как же я оставлю тут дядю? Я к нему в гости пришел. Он меня хотел домой отвезти, но монстры напали. Они на него как напрыгнут, он стал стрелять, но большой упырь его в шею укусил. Но мой дядя очень сильный, он его ножом убил. Ты не такой сильный, как дядя. Придется тебе помогать, а то... Вон там! Упырь его в шею укусил. Но мой дядя очень сильный, он его ножом убил. Ты не такой сильный, как дядя.
Придется тебе помогать, а то нас всех вон дома! Мама сказала, там страшно, и дети пропадают навсегда. Мама сказала, если дети уходят в туннели... Ух ты! А что это там такое наверху? Дядя мне показывал одну картинку. Небо. Нет, небо. Это небо, да? Это как раскрашенный потолок. Я буду знаменитым. Я небо видел. Думаешь, мы сможем попасть на небо? Постой! Я не хочу наверх к небу! Не урони меня! Мальчик там остался. Мой брат пообещал привезти его назад. Почему? Мама! Мамочка! Это моя мама! Пойдем, она меня ищет! Спасибо. Отпусти! Пусти меня к ней! Представляешь, как много значит этот мальчишка. Без его отца нам бы не прожить. Саша, если здоровый? Бы он потерял сына... А где дядя? Как ты сюда попал? Его бы это убило. Дядя умер, мам. Господи, бедный Сережа. Спасибо вам. Спасибо, вы моего сыночка спасли. Мне вам нечем отплатить. Возьмите хоть патроны. Ладно, пошли. Черная станция не так далеко отсюда. Беда в том, что туннель этот ведет не в ту сторону. Так что идти тебе придется поверху. Осторожнее. У нас тут объявились новые монстры. Фашистами называются. Они устроили себе укреппозицию в разрушенном здании прямо у выхода на поверхность. На площади есть подземный переход. Оттуда можно попасть на черную станцию. Ребята выпустят тебя наверх. Удачи тебе, охотник. Неа, это кончилось. Тебе спасибо. Спецпредложения, скидки, лучшие пушки от лучших мастеров. Thank you.
Проходите. Я снова поднимался наверх, в холодные и липкие объятия мертвой Москвы. У выхода из метро меня ждала фашистская засада, но я должен был выполнить последнее задание умирающего командира и послать сигнал в полис.